Всем привет, друзья! Сегодня у нас в обзоре советские кусачки с Победитом. И это такой не совсем обзор, а скорее всего модернизация кусачек, которую я купил в одном малоприметном магазине. Такие вот кусачки стоят 500 рублей. Как можете видеть, у них наконечник идет из Победита. Если не знаете, что такое Победит, советую погуглить, посмотрите. Это такой сплав металла, точнее, в который добавляли раньше во время войны в пули, да и сейчас кое-где добавляют для того, чтобы пули пробивали броню. Ну а это кусачки обычные, купленные в каком-то строительном магазине. Они уже затупились давно, все поржавели. Вот. Но что я от них хочу взять, это вот этот вот элемент разжимания и сами рукоятки, которые отойдут сюда. Потому что здесь советские они, конечно, хорошие, но они сами не разжимаются и у них нет прорезиненной ручки, что как бы не очень удобно. Для этого мы берем со старых кусачек, снимаем обмотку, берем вот эти вот штуки. Как можете посмотреть, здесь у этих кусачек есть прорези специально для того, чтобы вот это вот разжиматель, так скажем, импровизированная пружина упиралась в них. Вот она упирается, и вниз она не уходит, тем самым дает кусачкам разжиматься. В наших же кусачек такого нет. Эту прорезь мы можем сделать сами, либо тоненьким сверлышком просверлим немножко. Но сперва нужно отметиться. Размечаемся, где мы будем именно сверлить, либо мы можем чем-нибудь там напильничком подточить чуть-чуть. И надеваем обратно прорезиненные ручки, чтобы удобнее было работать. Все, процесс пошел. Итак, друзья, для того, чтобы разметиться, я прихватил немножко изолентой наши вот эти вот пружинистые штуковины. Как видите, это работает. Сделал я это временно, потому что у меня нет сейчас под рукой сверла. Как будет сверло, я просверлю вот здесь вот немножко отверстие, упоры, так скажем, чтобы эти штуки упирались в рукояти. В принципе, временно это все работает, можно пользоваться. А кто знает, если сделано временно, то это надолго. Вот. А дальше одеваем рукоятки сюда. Ну вот, собственно, и все. Наши кусачки с Победитом готовы. Да, кому интересно, где купить такие кусачки с Победитом, пишите в комментариях. Если кто-то действительно заинтересуется, я скажу, где я их брал. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Пока-пока.